На Серовском тракте произошло столкновение двух грузовиков. Тентованная «Газель» подрезала бензовоз «Скани». Авария произошла сегодня в 11 утра в 40 километрах от Екатеринбурга в районе поворота над Таватой. Как рассказал 33-летний водитель тягача, двигаясь в направлении Екатеринбурга со стороны Нижнего Тагила, он начал опережать попутную «Газель» по левой полосе. На этом участке встречные потоки разделены лесополосой. Но водитель «Газели» неожиданно пошел на разворот. Водитель автомобиля «Газель» при перестроении с правой полосы на левую не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», двигавшимся на левой полосе в попутном направлении. Пытаясь избежать столкновения, водитель «Скании» вывернул руль влево, но контакт все же произошел. Бензовоз оказался в глубоком кювете, из кузова «Газели» высыпался весь груз, сам 40-летний рулевой нижегородского грузовичка в Невьянской городской больнице с несмертельными, но множественными травмами. В момент ДТП водитель автомобиля «Скания» перевозил горючие смазочные материалы. И не просто ГСМ, а 21 тонну бензина. Однако разлива горючего не произошло. На место ДТП были вызваны две грузовые технички, которые попробовали вытянуть автоцистерну на дорогу. Конечно, они его не достанут. Чего они могли? Они даже на асфальт гребут. Копать еще надо. Не, они его не достанут.